Добрый день! Приветствую всех, кто сейчас смотрит это видео. Раз вы его смотрите, значит, вы заинтересовались резонансными танцами. Меня зовут Татьяна, я живу и работаю в городе Караганда. Да, несмотря на все шутки, этот город существует на самом деле. Это лето у меня прошло под знаком резонансных танцев. Я проходила обучение на инструкторском курсе у Алены Снеба. Хотя самими танцами я занимаюсь уже несколько лет, как многие из вас, я узнала об этом в интернете. Вняла их в свою практику и вводила в практику женщин на том уровне, на котором я танцевала сама. И в какой-то момент я поняла, что нужно мне получить более глубокие знания, погрузиться глубже в этот мир. И, как гласит древняя восточная мудрость, когда ученик готов, появляется учитель. Мне на глаза попалась информация о наборе на курсы. Естественно, я тут же написала Алене, но курса как такового на данный момент не было. Набор ожидался в ближайшем будущем, но когда... А мне хотелось здесь и сейчас. Я уже загорелась. И вот в результате небольшой переписки было предложено индивидуальное обучение, на что я, естественно, согласилась. И чем глубже я погружалась в мир танца, чем больше я узнавала, тем сильнее росло мое желание донести этот танец до каждой женщины. Потому что, танцуя, женщина изменяет не только себя, она изменяет мир вокруг себя, делает его лучше. И первый же эффект, который появляется во время танца, это хорошее настроение, это энергия, это бодрость. А потом уже, занимаясь, танцуя все больше и больше, уже появляются изменения в здоровье, в фигуре, в мыслях, в ощущениях. И это то самое, что нужно, просто необходимо каждой женщине. Когда можно танцевать, и здесь буквально нужно всего место на один шаг. Вам просто нужно встать и включить музыку. И музыку ту, которая будет подходить именно для вас, здесь и сейчас, под ваше настроение, и вы сможете танцевать. И получать от этого удовольствие, получать радость и дарить эту радость окружающим. Я приглашаю всех вас окунуться в этот мир танца, прожить в нем свою жизнь, улучшить свою жизнь, танцевать везде, всегда, всю свою жизнь. В любом месте, в любое время. Это просто будет танец вашей жизни. Вы всегда, в любой момент сможете танцевать. Музыка будет звучать в вашей душе. Не обязательно, чтобы она звучала где-то извне. Она будет звучать в вашей душе. А дальше у вас только будет все налаживаться. Будет мир, лад, здоровье. Все то, что так необходимо нам, нашим близким и тем, кто находится рядом с нами.